4000 за деревину. А что мы должны жители платить? Подойдите документы, у меня там в конторе. Подождите, аферами вы занимаетесь постоянно. Привід для таких дискусій на підвищених тонах – занадто дорога робота управителя на прибудинковій території будинку номер 3 на вулиці Сімбірцева. Як приклад, жителі наводять обрізання дерев у дворі. Приведення до ладу декількох старих тополь потягнуло майже на 50 тисяч гривень. Іменно на дерев'я 28 тисяч 700. І сюди, в цю накладну, по... Это согласно выполненного наряд задания составлялся акт. В этот акт вошли в другие дополнительные работы. Работали здесь люди у нас, специально нанятая бригада. Использовалась автовышка. То есть работа была достаточно затратная. Все начисления у нас проводятся по нормативным документам, конкретно. Норматив на омоложення деревів – це ДСТУ. Питаннями про обрізку дерев жителі не обмежуються. Кажуть, що місяця приходять рахунки на кругленьку суму, а тим часом двір частішим настає, будинок занепадає, а з даху під ноги перехожим падають цеглини. Знімають з них гроші кожен місяць – 4, 5, 6, 8 тисяч за комунальні услуги, які не оказуються. У нас криша в аварійному стані. Вони кажуть, що нам робили в тому році, але нам ніхто нічого не робив. Там, как мы ложили, мусором засыпали и целлофаном, так оно все и лежит. Мы ведем эти работы. Вот в настоящий момент выполняются работы на доме Зинчевского по старому 20-го подъезда, дом 2. Вот за моей спиной работает вышка. Вышка работает как раз на оголовках дымовентканалов, там, где начали осыпаться кирпичи. Да, человек пожаловался, человек обратился. Мы для предотвращения несчастных случаев эти работы проводим. Работы, опять же, достаточно затратные, потому что вышка используется единственная в городе, высотой 32 метра. И вот если тут посмотреть, тут везде провода, тут везде деревья. И ну, мы вышкой, которая у нас в аренде 22-метровая, просто сюда не подъезжаем. Она тут не может использоваться технологически. Представники домкому підсумовують, робили все в межах своєї компетенції та обов'язків. Тим більше, що старі дерева – реальна загроза для здоров'я і життя людей. У той же час жителі будинку стоять на своєму. Результатами не задоволені. Олег Хендриксон, Вадим Діденко. Цей день.